Buenos Aires. Короче, пацаны, вы сейчас видели тизер к одной обалденной штуке. Но я даже не знаю, как сказать. Короче, суть в том, что мы с Вадимом, мне будем делать аквариум. Вы не поверите, да? То есть, ну, мы на самом деле в месяц даем там 4-5 проектов иногда, там, ну, плюс-минус. А ни у меня, ни у Вадима аквариума собственного нет. Вот. Ну, с разными причинами, там, с бытовыми, с финансовыми, с разными причинами это было связано. Вот. И теперь мы, наконец, я готов, короче. И мы, на самом деле, года 3 делали проект с Вадимом. Вот. Это будет морской аквариум. И вот сейчас мы начинаем. У меня первый этап. Тут появился каркас, собственно, вот такую лялечку я вам сейчас показал. И приглашаю вас, собственно, подсоединиться к нашей Санта-Барбаре и вместе с нами этот проект делать. То есть, поскольку я сам исполнитель и заказчик в этот раз, я могу снимать сколько хочу, когда хочу. Вот сейчас там в час ночи, да, я взял и снял, например, видос. Вот так что, думаю, будет интересно. Кто не подписан, подписывайтесь. Кому надо каркас, звоните в Сколковский центр. Ладно, пацаны, увидимся в новых видосах. В новых интересных видосах. И надеюсь, что вы почерпнете для себя что-то интересное из нашего опыта. Чао!